Акимы Касталовского и Шенгурлаусского районов встретились с молодежью, выслушали их вопросы и проблемы. Все, что их волнует, а также прозвучавшие предложения, всегда во внимании и найдут поддержку, заверили главы районов. В этом отношении будет реализован ряд новых проектов. Подробнее далее. В беседе с Касталовской молодежью говорили о трудоустройстве, поддержке спортивных, творческих и деловых инициатив, а также о повышении религиозной грамотности. Аким района призвал их, как основной двигатель общественной жизни, быть активными и внедрять свои идеи в жизнь сел. В этом отношении реализуется проект молодежного кадрового резерва, посредством которого повысят возможности и активность молодых граждан района. Эта встреча – большое дело, потому что мы озвучили все волнующие нас вопросы, обсудили предстоящие мероприятия. Я уверена, что они пройдут на высоком уровне. На сегодняшней встрече мы говорили о социально-экономическом развитии сел и района в целом. Очень важен духовный рост и молодежная политика. Мы выдвинули ряд предложений, уверены, что они не останутся без внимания. А в Шенгурлау такую же встречу провели на лоне природы. На берегу озера Кунакай аким района вел деловой разговор с лидерами молодежных организаций, лучшими в спорте, в бизнесе, учебе и других направлениях. В свободном формате, в доброжелательной атмосфере аким района ответил на все вопросы. А молодежь озвучила свои предложения по развитию национальных видов спорта, пропаганде традиций и другим вопросам. Встреча прошла замечательно, в непринужденной форме, творчески. Такие мероприятия много дают молодым. Доверие молодежи – это стимул. В ходе встречи творческая часть присутствующих исполнила свои лучшие номера, а спортсмены показали мастерство в садах Ату. Алмагуль Джампеисова, Евгения Потапова, Саид Самигула, телеканал Акжаик.